Всем привет, друзья, с вами Андрей. Всем привет, с вами Максим. Итак, все же это противостояние, мне кажется, должно быть. Месси против Криштиану Роналду. Сейчас вы увидите их на своих экранах. Даже что Криштиану Роналду перешел в Ювентус, все равно, мне кажется, в Лиге Чемпионов они смогут когда-то даже встретиться, поэтому это будет все-таки интересная битва. Так. Давай, чтобы мы типа все втроем сыграли сегодня со Святом, на стадионе Боруссия Мёнхенгладбах проведем мы матч. Да, за Свято. Сколько минут тайм? 6. Давай. Ух, разнос сейчас будет. Выключи. Нет. А шо я сувал? Давай, пас, пасюльку! Пасюльку! Ой. А че набрали дебилю? Пасюльку. Пасюльку. Видишь, что я умею? Беги к монеточке. Бегу. Сука, а я монетку возьму. Сука. Все. Топовый. Натряж я тебя сделал. Да. Что посмотрим, кто кого сделает. Так, давай по фану игру. Давай по фану все в нападении. Стой. Давай первый тайм все в нападении, второй все. Давай. Все, поехали. Шмусь. Это же не турнир, можно повесить. Да. Я хочу красивую позабивать. Блин, сейчас в теньке все зашли, нихрена не... Нифига не видно. Оп! Что, с пыры? С кикофа? Да. Сейчас прикрою. Футболку он не снял. Третья минута, 1-0. Блин, не отбирать некогда. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. В контратаку. Ой, блин, я хотел его. Хуяк. Красиво тут было. На! Блин, выиграй вверх. Сломали. Ты что сделал? Ну. Ты мне Месси сломал. Хочу и ломать. Да, вот Месси. Он, видишь, на бровке жопу чешет. А у меня вся команда в штрафной. Ювентус переходит в атаку. Опа! Я его в офсайд загнал! Сейчас смотри, смотри! Подожди, не тыкай глазами. Смотри, бегу! Опа! Ты чё ты? Я думал, ты, блин, какой умный. Оп, мой. Между ног ему что-то сломал. Между ног? На! Я тебе говорю, мой между... Я тебе с лонгшота буду бить. Я между ног я сломал. Кто прокинул? Нет. Угловой! Блин, вот видишь, мне теперь пишут, заменить его. Слушай, это правда, что надо нажать. Иди туда. Пшешки. Стой, подожди, дай. Как, что, не то? А, все, не то. А, офсайд! Не засчитали! Все куплено! Подожди, а где? Ой, у меня все в нападение пошли. Да, все куплено, нога, вон она. Не было, видишь? Смотри, я победил! Ой, я туда. Так, 1-0 после перерыва. Моменты есть. Так, да, теперь мы идем в автобус. О, правильно, прикинь. А я все равно его сделаю. И это Криштиану. Дина. Что? И углового не будет. Это Криштиану Роналду тебе сказали. Ты что, не слышал? Беги, сломай нахуй его. Ну. Видел? Ты моего чувака сломал. А, ему еще и устное предупреждение бежал ты. Куплено. Я тебе говорю, куплено все. А? Блин. Ты чё? Я говорю, куплено всё. Сейчас. То-то-то-то-то-то. Ставь Роналду, чтоб бил. Так. Так. Подожди. Сейчас ты мне какой-то баннч поставишь. Да. Подожди, не бей. Я по приколу сделаю, может добьёшь. Оп. Погодь. А, вон. Да куда пошёл? Да. Во, я этого ставил. Оп. Сейчас, секундочку. Ну-н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 у. Как он? О, бежит, вижу. Вот он. Э! Ты чё это? Я не знаю. А, мы недолго ждали.
Ну ладно, пусть пойдет. Да нечестно, ты, блин, со своей стенкой, ну-ка перебей. Все, Максим проигрывает своим пенальду. А ты там это... 1-0. Честно играл, я все знаю. С вами был Андрей и Максим. Всем пока.